Итак, мы начали новую серию. Приветствую, всем привет. Стоп, снимал. Вот, блин. Не вышло. Да, замазано. Сейчас, короче, в Ашане распродажа денег. Обычно распродажи бывают, это, в плане вещей, а тут распродажа денег. Надеюсь, вы понимаете, о чем мы. Ашану ехать еще долго. А, не, вон он уже. Наша машина быстрая, ты че? Очень быстрая, реально, кстати. Это как-то раньше было быстрее намного. По-моему, они стоили более-менее реалистичные скорости. Они сейчас нас как увидят, так и сразу разбегутся как мы. Только что-то там, походу, никого нет. Есть, а, есть! Распродажа началась. Распродажа бабла. Тратим патроны, получаем бабло. Поехали за вот этим для начала. Или за кем? Вот за этим. А это он, походу, писал. Пофиг, их лишь два. А у него тоже, кстати, быстрый москвич. Смотри. А, и он еще водить не умеет. Чувак, ну-ка. Куда тебе до нас? Мы-то умеем. С пистолета стрелять умеете. Как он у меня машину взял? Это невозможно. Возможно. Да не, погоди, это невозможно. Он это... Как он меня догнал? Эй! Не понял. Это как произошло вообще? Он меня сейчас, сейчас убить может. Ты сейчас где? Блин, он меня убил! Спасай! Он меня убил! У меня ХП было мало после взрыва. Ну все, сейчас я еду. Да, да что, у меня было 20 тысяч. Если что, у меня было 20 тысяч тогда. Если сможешь вернуть, то... Смотри, я сейчас на колени приеду. Он еще удирает, чувак. Смешной. Он еще пытается убежать, да? Ага. Да почему ж я-то попадаю всегда под обстрел, а? В Южном, кстати, плохо то, что решили смотаться. Тут народу, стреляющий верхом вертолетов, штук 5. Ты хоть знаешь, что такое пройти через 5 стреляющих вертолетов? Или мне показалось, я не знаю, просто так стреляли. Чё вы там? Этот чувак хочет меня, короче, расстрелять, а у него вообще ХП нету. Всё! Нет, это... Давай, 20 тысяч дашь? Погоди, у него не было эти 20 тысяч. Странно. Давай, поехали, давай, чё ты? У него прыгай 10... на крышу, у него на крышу, всего прыгай. 10 тысяч было. Ладно. У него всего 10 тысяч было, охренеть. На колину закрыть не можешь, ладно, пофиг. Пьем. Ладно, в воздухе так, в воздухе бывает. У меня было 30 тысяч, а сейчас стало 40, и все. Слышь, в каждом случается, в воздухе левитируешь. Я? Почему? У меня сейчас такая музыка веселая играет. И ты как раз вот сейчас вот летаешь. И меняешь оружие, как будто вот реально лотерея какая-то, что ли. Вот затем давай. Да, да, я за ним и еду. О! Сейчас, сейчас. Сейчас до Ашаны не доедешь, мужик. По колесам. Ну, вот просто как стандарт, нифиг делать. Стандарт. А, вылазь. Я случайно подпалил машину. Давай ментами будем. Давай. Ты прыгай на крышу. Ну, ладно. Мне это без разницы, как ты. Ух ты.
Смотри, правильный момент. У меня нет оружки. Все. А пофиг, у тебя же там дробаш должен быть. Смотри, правильные менты вернулись. Правильные менты. Как он ползет, я не понимаю. Он у тебя ползет или идет? Я не понимаю, что он вообще делает и где. Он ползает. Он для тебя идет или ползает? Ползает. А как так? Он читер или? Машину сядь. Вот он в машине. Он не читер, это так это. У меня такое было. При плохом интернете так всегда. Виделся. Сейчас он, наверное, думает, что мы читеры. Его если когда мы его убьем. Да что ж такое? Вот-вот, минусы того, что на крыше стоишь. Можно упасть. Я то слышу, у него машина как по полянку идет, а у нас как хорошо плавно. Блин, без этого, без кваша плохо. Есть такая проблема. Ну ничего, правильные менты. Пофиг на него. А, все равно, кстати. Один патрон остался. Эх, не подведи батю, да? Угу. Давай, разгоняйся. Но это Джей мой едет как может. У меня вообще... У меня не достанут пули. Здесь еще танк. О, ну весело. Танк еще за нами едет. Ох ты. О! Это из-за чего? Как лаг так? Ты. Это как? Он лагает. Везло. Синхронизация, он сейчас где-то. Ой, сзади. Сейчас он сзади, вот он. Чувак, все. А что с него ничего не выпало? Денежка моя. Сколько? О, давай ехать. Сколько с него выпало? Стандарт. Блин, ты на танк едешь, что ты творишь-то вообще? Спрыгиваем. Этому танкисту вообще насрать на все. Спрыгиваем. Мент свалил. Я свалил от него. Чё ты? Мент уехал. Мент уехал от танкиста. Вот что значит мент. Сильный мент. У него вообще жизни нет. Чё-то лагануло всё. И ФПС маленький. Маман. Смешно. Блин, он меня караулит. А, не, отъезжает. Он со мной едет, скорее всего. Но мне-то пофиг. Мне ХП нужно. М, ок. Сейчас за тобой приеду на Ниве. Шевролет. Я, кстати, в реальности видел Ниву Шевролет. Чё? Я, кстати, реально её видел, Ниву Шевролет. Я её часто... Знаешь, она мне понравилась. Я, редко. Давай, короче, я тебя забираю. Но у вас там в Москве... Одни мажоры. Да у нас тут в основном Infinity FX какие-то. Понимаешь? Поехали. Из GTA 5 вот эти? Ну, просто пойми, очень много людей на каких-нибудь вот таких вот... Ай! Стоп, еще она что? Она еще сопротивляется? Давай, едь. Что значит русский автопром, слышь? Русский автопром. Выехать из любого болота. О, поехали в базу. У нас есть в базе это ХП, да? Едем в базу, у нас там все есть. Слышь, русский автопром выехал из любого болота. Понимаешь? Да. Славится мощью, но не славится скоростью. Кстати, звонок не есть. Блин, знаешь, как неприятно поиграть в него, а? Если бы ты знал. Приятно? Уезжаем, блин. Че ты на него-то поехал? Что ли стало? Я послушаешь, как будто я каждого игрока знаю. Да, она, кстати, реально 4 на 4. Ладно, короче, ставим лайки, подписываемся на канал.
Всем пока. Ты что, снимал? Да, а что? Эпик?